Печенье с изображением мультперсонажей. Это не только вкусно, но и весело. Несмотря на широкий ассортимент кондитерских изделий, это печенье прочно занимает на рынке лидирующие позиции. Производят его в Алматы. А как эти веселые картинки рисуют на тесте, смотрите прямо сейчас. Алматинская многопрофильная кондитерская фабрика выпускает широкий ассортимент печенья. Здесь изготавливают свыше 20 различных видов кондитерских изделий и порядка 100 подвидов. У каждого печенья своя рецептура, разработанная специалистами. Все компоненты в обязательном порядке проходят лабораторные проверки. Только после этого их допускают к процессу производства. Это зона хранения сырья. Здесь есть все необходимые компоненты для печенья. Они хранятся при температуре воздуха не выше 20 градусов. Процесс начинается с замешивания теста. По заданной рецептуре в тестомес сначала засыпают сахар, маргарин, соль, затем муку и разрыхлитель. Тесто замешивается в течение 20 минут. На другом аппарате замешивается тесто с какао. Именно оно послужит основой для изображения персонажей. Готовое тесто поступает в воронку формовочной машины. Здесь оно проходит через систему вальцов и постепенно утончается. Дальше по конвейеру обычное тесто накладывается на коричневое и снова проходит через вальцы. Получилось двухслойное тесто. Чтобы изобразить картины, используется специальная матрица, где уже есть разные штампы мультперсонажей. Печенье сформировано. Теперь они отправляются на выпекание. Газовая печь состоит из 6 зон. Температура постепенно повышается и достигает 270 градусов. Печенье выпекается за 10-12 минут. На выходе при необходимости печенье сбрызгивают маслом. Горячее печенье, двигаясь по конвейеру, постепенно остывает. После этого они проходят через металлодетектор. Здесь проверяется наличие в составе металлоизделий. Бракованная продукция автоматически выбывает с конвейера. Процесс фасовки. Эта работа в основном выполняется вручную. Продукция пакуется в гофротару. На этапе маркировки ставится штамп с данными о дате изготовления и сроке годности. Упакованное печенье поступает на склад готовой продукции, где оно хранится не больше суток. Кондитерские изделия сразу же отправляются по всем регионам Казахстана. К слову, алматинское предприятие работает с 2004 года и на сегодняшний день занимает одну из лидирующих позиций по производству и реализации кондитерских изделий. Вареные фрукты и загуститель – это основные компоненты мармелада. Такая низкокалорийная сладость по вкусу многим гурманам. Чтобы мармелад держал свою форму, в него добавляют желатин либо агар-агар. О том, как изготавливают мармелад со вкусом яблока, апельсина и банана, смотрите в следующем выпуске программы «Как это сделано в Казахстане».